Всем привет, с вами Ньюизетс, вы на канале Фрикаделька, а это у нас Crime Scene Cleaner. Да, всем привет, и мы продолжаем... Продолжаем играть вот этого чувака. Вот это вот наш друг, я так понимаю, вот это мой. Все, поняла, это типа... А Тайлер это просто пацан какой-то, да, которому чисто сынок его. Помогали. Блин, грустная история, если честно. Так, опять что ли? Да, наверное, сейчас Биг Джим нам что-нибудь скажет. Скажет, ты против меня что-то надумал, держись. А тебе как это у меня? А что у нее там все собрано в коробке, мне кажется, не были так на этой, на кровати. Я вот тоже не припомню что-то таких вещей. Что происходит? Что-то я когда-то был здесь. Да. Или он собирает коробки, он что вообще собрался делать? Вообще, помнишь, нам тогда сказали, типа, тебя ждет... Прикольно. А тебя ждет, типа, сюрприз, я тебе там что-то отправил, а где в итоге нам ничего тебе не дали. Где-то тут. Ну, он вот здесь обычно валяется. Ну. Отличная работа, Ковальский. Это крыса, Тайлер. Пытался достать меня, но я чувствую предателей за версту. Молодец. Хорошо, что вы, мистер Ковальский, не такой, как они. Биг Джим становится все более неуравновешенным с каждым днем. Я действительно надеюсь, что у него не возникнет неправильных идей, чтобы я не стал следующим его в списке. Да. Это к этому и идет, к этому и... Да. Ах ты, блин. Он типа... Это кто? А, это ты с этих, с да, идеальных да, да, да. этих я собираешь? Я уже, кстати, обратила внимание, что у нас стоит точно такой же фламинго, а у нас нет, стоит он котика. Он собирает это, со всех своих мест трофей берет. Да, я вижу, вижу. Пиццерию из ананасов, это из первой, по-моему, локации, или из второй. Это из любой, может быть. А, нет, это там, где вот до хера прям было. Где на подвал поднимаю, это первая, по-моему, да, где поднимаешь наверх, а там целое это... Выращивание елочек. Котик! Котика, понятно, откуда он взял. Фламинго, вот это я не помню, оленя, откуда он взял. Судоку где-то было. Это, предыдущая, последняя. Тайлер, да. Да, а Рим где-то тоже был. Это была сауна. Вот, и фламинго оттуда забрал, а это, видимо, забрал хрен его знает откуда. А кто у нас еще был-то? Кто-то еще был, да. Так, а где Декстер? Ты что так дергает? Не дергает, нормально. Где собака в натуре? Зайди, может быть, он в этом, в гараже. А где записка? Может, он оплатился? Интересно, девки пляшут. Вот и ты, зайчик. Извини, Декстер. Но сейчас не время для прогулки. Да задолбал, скажи уже. Сколько можно? Не время. Допустим. Опачки, на. Только что отдаил собаке лапу. Что делаешь? Ого. Так, что тут? Ничего не. Все, пойдем спать. А, мы еще спать не пошли, ё-моё. Надо вздремнуть немножко. Устал что-то сегодня. Окей. Сегодня мы устали сильно. О! О, у нас выходной. Выходной, нифига себе, пивасик и дартс. Смотри, он умеет играть в отличие от тебя. Давай посмотрим. Косой. А, это попал. А, не попал. Мне показалось, что говорит, не попал. О, нет, работенка! А можно я тоже? Сволочь. Так, где я опять? Где вы шли? Да вон он слева от тебя лежит. А, господи боже. Это Джим. Моя дочь в беде, и вы должны ей помочь. Она скоро свяжется с вами. В смысле? Да там... Сделай все хорошо и получишь оплату, как всегда. Да. Окей. Так. У нас открыта там новая локация. Пойдем поглянем. Сейчас посмотрим. Так, у нас 9 очечков. 9 очечков, согласен. Ну давай, нет. В смысле, все, нельзя все прокачать. А, так, увеличивает емкость на 30%. Ну это ладно. Мощная станция. Общий, что это? Пятна убивает на 25% быстрее со временем. Давай возьмем. И вы можете использовать датчик чистоты без ограничений. Вот давай, берем. Да. Что у нас там, вода? Давай, вода. Вы можете нести дополнительное ведро. Так я прокачал это, а оказывается, не мог все-таки нести. О. А, теперь, наверное, можешь.
Все, у тебя одно очко осталось. Вон, чистящее средство качи. Увеличить количество использования чистящих средств. Ну, все чудно. Что такое? Это что такое? Это что у него за микросадик? Это как так? Интересно. Прикольно. Я тоже так хочу. Мне нравится. Что там написано? Сэрэл Брю? Дарэл Брю. Дарэл Брю? Я слепая, извините. Ладно, я даже не знал, что у тебя вообще есть помещение, честно говоря. Нет, я знал, что там помещение, но я думал, что его открыть нельзя. А чё всё как-то приоткрыто немного? А чё? Декстер, чё? Подожди, а чё у него с дочерью-то? Почему он её комнату собирает? Или он её, наоборот, это? Красит, ремонт делает. А, он ремонт делает к её приезду. Это хороший мальчик. И надо было, кстати, к дочери в комнате ходить. Возможно, тут каждый раз что-то менялось. Да, похоже, менялось, но мы, наверное, он нет. Он к приезду ее, видишь, тут начинает все делать. Да. Кровать убрал, сейчас стену покрасит. Интересно. Ну, не, нам уже показывали, что он красил там, но просто как-то, да, мы не обратили внимания. Ну, молодец, что. Молодец. Потихоньку и... подготавливается. А музыка где играет? Где-то там, где мы тусили, там она играет. Здесь он ничего не делает. В гостиной. Конечно же, ты не имеешь... Прозрачное зеркало, видал? Окей. Ой. Не, музыка прикольная, мне нравится, кстати. Ну, ладно, валим, потому что непонятно, что творится. У меня такое чувство, что... Куда валим? Прими она, миссию. Она не доедет. А? Миссию прими. А, да. В подвале же. Господи, я думал, по телефону мы миссию принимаем. Так, я скучал. Привет, пап. В последнее время я чувствую себя немного хуже. Это расстраивает, когда иногда мое тело кажется слабым. И я вынужден на весь день оставаться в постели. Мне нужно больше отдыхать, чтобы вернуться к норму, но врачи говорят, что это может занять время. Я очень скучаю по тебе и действительно хочу вернуться домой, чтобы быть с тобой. Но я знаю, что мне нужно сначала выздороветь, иначе они меня не отпустят. Но я сильная. Просто подожди меня еще немного, я не могу бросить Декстера одного. Люблю тебя. А, это ее собака, видимо. Привет, я Эмбер, дочь Большого Джима. Что ты делаешь? Да, не я, это он сам. Все, не трогай. Мне нужна твоя помощь, мистер Ковальский. Так вот, была вечеринка у меня, и у нас были новые крутые котики, чтобы повеселиться. Но, лол, это было что-то с чем-то, и все немного поехали крышей. Как-то я уснула, потом проснулась, а все мертвы. Так что, типа, поможешь мне? Папа сказал, что ты, наверное, должен, но не напрягайся. Это летний курорт, который мне подарила папа, и я не хочу никаких проблем, понимаешь? Кстати, трупы реально очень плохо пахнут. Делай, что нужно. Сожги их, расчлени, раствори в бочке, брось в реку. Мне все равно, просто убедись, что никто не узнает. Целую, Эмбер. 9 человек! Серьезная вечериночка, конечно. Принимаем. Вечеринка закончилась. Там уровень 3 был, по-моему, да? Вечеринка закончилась. А, боже. Хорошая миссия называется... Ой-ой-ой, ну, правда, загадная. Угу. Так, дочь Большого Джима устроила вечеринку, которая закончилась множеством накачанных котиками и теперь мертвых гостей. Теперь для летней курорта будет тщательной уборки. Ну, пойдемте убираться. Троечка. Жесть. Да, троечка это много. Троечка это сильно. Ну, как всегда, будет долгая ночка. Да. Другого тут и не будет, только долгие ночки. Эмбер, кто бы мог подумать, каков отец, такова и дочь. Вся эта вечеринка даже не казалась необходимой. А есть вечеринки, которые необходимы? Как по мне, нет. Я вроде прокачал мешки, судя по всему, тут тоже надо далеко ходить. Ну, похоже, да. Возьмем планшетик обязательно. Ну, еще тут у нас фламинги. Вы любите фламингов все, я смотрю. Да. Да, просто это был свободный ассет. Вот он, это как? А как это? Я не знаю, что вы тут творили. Я даже представлять, на самом деле, что уже не хочу. Мы же не знаем, по какой причине. Ой, мы забыли. Мы в прошлой серии же пропустили секрет. В следующий раз, значит, доедем, посмотрим. Да, ладно, надо будет. Вот. Я думаю, что она же не сказала, почему именно они это того. То есть, возможно, что все обезумели. Начнем вечериночку, давай. Ё-моё. Может, ты фонарик включишь? Не зря его качал. Так, давай сюда зайдем. Ёптыш. Дом для вечеринок. Что, вот, наверное, арендодатель в шоке был бы. Так, одно ведро. А как? Наполнить второе? Не надо. Ты... Чё ты делаешь? Чё
Что я не понял, прикол. Ведра. Может быть, он за... А, во! Все нашел. Что это было? Уточка. Ты что, шумишь, что ли, ё-моё? О! Три ведра? Вот это я понимаю. Вот это у меня весеуха. Три ведра просто разом наполняешь и идешь мыть. Ну ладно, давай начнем отсюда. Ну, соответственно, как бы... Чё? Налей в них эти. Давай. Зелененьким будем все. Пойдет. Только не пни. А, так подожди, можно же двойные. Можно. Типа, можно два зеленых. Это все выглядит очень небезопасно. Че? Ну, мне кажется, ты пнешь эти ведра, и они улетят. Да не, я сейчас приберу вот тут немножко. Музыку бы выключить мне не нравится, как она звучит. Ну, это вечеринка, что ты хочешь, мы выбираемся. Закончилась вечеринка уже. Выбираемся, вечеринка ведь. Ё-моё, вы что тут делали-то? Шмах. Туточка, как ты могла такое допустить? Что ты делаешь с уточкой? Она стояла, никого не трогала. Так, это что такое? Это, наверное, с той стороны. С той стороны, ё-моё. Ё-моё, вы что тут, блин? Так, поехали. Забираем одно ведерочко. А там вот на входе еще была кровь. Где? Вот. А, правда. А что, фонарик выключил? Шарики тут всякие. Угу. Ты лопнул шарик. Так, ну тут они жарили эти. Ладно, разбилась тарелка. Видимо, они богатенькие, им похер. Слушай, ну тарелки не такие уж и дорогие. Я имею в виду, что им все на похер. В смысле, это что такое? Отмыть надо его, типа. Как они заблевали его весь. Это пиво. Да не похоже это на пиво. Оно так не присыхает желтым. Почему нет? Не похоже совсем на пиво. На блевотину тоже не похоже. Ну, не знаю. Конечно, что-то блокирует, пусть там стул стоит. И шарики. Аня. Охренеть ты, фокусник. Прикольно, мне нравится. Мне так нравится, что он что-то почему-то ставит на место, а что-то как бы пипец. А что-то как бы такой типа, ну так и должно быть здесь бардаком вот это все остаться. Ой, стульчик. Как нам написали в комментариях, креветка, по-моему, что это не мы нашли стул, это он захотел, чтобы его нашли. Обидно было, между прочим. Ё-моё. Ну ладно, пойдем сначала. А насчет уточек, у автора действительно либо большая любовь к уточкам, либо большая любовь к свободным ассетам Unity. Что тоже, кстати, очень даже вероятно. Ну, неплохо. Вечериночка, конечно, идет. Пока что на улице прибираемся, потому что я так понимаю, вот я не понимаю, вот откуда здесь кровь. Типа они ходили и долбили друг друга об стену? Я не знаю. Слушай, могли просто башкой об стену долбиться и все. Здесь, видимо, кто-то уже пытался скрыть следы преступления, у меня есть подозрение. Давай, открывай. Понял, да? Что за вечеринка? Следует оставить скрытые улики профессионалам, товарищи. Да, согласна. Тут Дэрил был. Мистер Диксон, что вы натворили? Ну, здесь вроде все. Вообще, доказательств у нас на открытом воздухе 2, мусора до хера. Так, подожди, а если я хочу залезть наверх? Ты думаешь, ничего, есть в этом резон? Ну, кто тебя знает, тут, блин, секретов, скорее всего, миллиард. Три штуки, по-моему. А нажми на ИСК, по-моему, мы должны увидеть. Да, размер местоположения. Ну, типа три, но это, как показывает практика, это все вранье. Просто ищем секреты. Ну, просто ищем. Уточки... Не разговаривают. Или что это? Не говори с утками. А? Это тебе это отсылка к игре про гуся. А. Окей. Лоут Вали. А зачем здесь-то? В чем прикол? Не знаю. Так, пойдемте дальше. Ё-моё. Скамейку запоганили. Ей вообще повезло, что она это... Жива осталась. Святой Боже, что они там готовили? Кого? Кого они там готовили? О. Надо выкинуть все нахер.
Знаешь, все удивительно, я все еще не вижу ни одного. Человека? Ну, почти, ты что тут делала? Она тут взрывала. Ты обнаглела, что ли? А? Это уточка-сапер. Ты что тут творишь-то? Это ты делала, да? Конечно, конечно. Всё понятно стало, все мне стало ясно. Это вообще, на самом деле, вся игра про заговор из резиновых уточек. Вот оно в чё. Так... Давай. Мне нравится периодически, когда он прибирается, там где-то звуки полицейских. Ну, они всегда где-то есть ночью-то. Да, ну просто типа... А вдруг они реально сюда? Вот прикинь, я, допустим, взяла и решила его подставить. Ну, это может быть когда-нибудь. Вот, то есть она бы такая... Мне показалось, что сначала мне нужно расчленить. Я думаю, кого расчленить? А там расчистить. Волк? Это сова. Так это не сдвинется. Зажигалку, что ли, мешает? Да. Я тебе говорю, какой-то мусор почему-то может... Это... Пипец, блин. Да, они тут вообще... О, телефончик. Я вижу, сейчас забегаем. Они тут вообще устроили веселушку. Жесть. Ладно, не знаю, что или кого они тут готовили, но оставили бардака незнатно. Они тут просто подорвали. Они просто подорвали здесь. Но не уточка. Уточка намекает на это, что тут произошло. Ну, учитывая факт, что они нашли где-то арбалет и баловались арбалетом, я как бы не удивлена. Так, а где мое ведерко? Ага. Если бы кто-то решил, что очень весело будет, не знаю, кому-нибудь в жопу петарду засунуть, причем, знаешь, там, с десяток. И посмотри, как это будет. Шарик лопнул? Так ты же не первый шарик лопнул. Ты на себе, тут еще и шарики можешь. Ну, обычно все шарики, слушай, лопнуть. Попло лопает, ты же любитель всякой фигни заниматься. Ой. Может быть, есть такая ачивка. Я, кстати, не видела, есть сколько ачивок вообще у игры. Да, это я не знаю, похер. Да. Котик. Это мое. Баловались они тут. Так. Всё. Алло. Мне показалось, ты сказал алло. Алло, да. Так, ну чё, продолжим, нифига как затрясло его. Надо, наверное, чуть-чуть убавить вот так вот. О. А, ты мышку подправил. Ну все, это взгляни своим ведьмачьим чутьём. Хреновый ты уборщик, я так скажу. Может быть, тебе этим попробовать? Во-первых, наверное, надо было зонатор тут поставить. А, зонатор сейчас поставлю, кстати. Но чуть попозже. Сова это. О, кубки лучше. Так, ну вот. Расчистка произошла успешно. Еще пока нормальный. Нормальный еще. Так. Там мусор какой-то валяется справа. Ё-моё, просто. А, не так это просто. Да ударь ты его! Так это не работает тоже. А, нет, работает. В кусты кинул нормально. Нет, эти нельзя. Ну, аж валяющиеся можно. Ну, хватит! Он так красиво лежал. Фламинго разбил. Подожди, а может просто это взять? Топор, логично. Ну чё, кто против меня? Это неубиваемый. Не поджигайте. Хотя при этом здесь этот стоит. Не смотрите. Не смотрите на уточек. И не разговаривайте, не смотрите, ничего с ними не делайте. Так, бочка пива. Кабинки. На самом деле, когда мы увидим Биг... Как его зовут? Биг Джим? А, подожди, телефон. То Биг Джим будет уточкой. Девочки. Девочки, он ведет себя странно. Что он планирует? Мария, дорогая, у меня есть идея. Мы все можем написать свои мысли одновременно. 1, 2, 3. Неотправленные сообщения. Он встречается с кем-то другим? Ну, конечно же.
Господи. Я не понимаю, что здесь. Они тут что-то опять такую херню несли. Так, ну один есть, хорошо. Начало положено. О! Телефон авто тут валяется, ёшки-матрёшки. Да, студенты же. Ну. Да ё-моё! Да тут... Давай, а зонатор уже поставь. Зонатор надо вот сюда вот куда-нибудь воткнуть. И пусть он пляшет. Думаешь, сюда? Блять. Да работай нахер. Верни нам. Да. Что это, блин, за Фредди? Так, нет, подожди. Там лучше повыше-то поставить, он из дома потянет. О, отсюда тоже нормально будет. Time for cleaning. А если же куринего? Time for cleaning. Так, ведерко. Очень сложная визуальная локация. Одно здесь оставим. Если честно. Одно сюда, одно туда, одно мне. Ну и чё вот натворились? Что ты натворил? Зачем ты так... О, господи. Что за люди-то такие? Нет, чтоб нормально все сделать. Нет, зафигачили тут все. Да не говори. Вообще тусить можно очень культурно и весело. Шмар просто. Ужас. Но кто-то не умеет. Пойдём, кто бы ты ни был. Сгорело до угля. Должно быть, ее захватило взрывом у костра. А что они туда кинули? А, уточка. Ну... Уточка. Дело не в них делать, дело в уточках. Иди. Одна минус. Осталось всего лишь 8. Так, поставь кресло. Шо? Я пятнышко вижу. Я тоже их вижу, их много. Эта сова меня пугает, если честно. Так, что тут? Девочки, он ведет себя странно. Это то же самое. А, только не отправленное. Подожди, не отправил сообщение, Джейн. Он точно собирается сделать тебе предложение. Нет, она подумала, что он встречается с другим, а она это подумала, что он собирается сделать предложение. Поэтому ведет себя странно. Почему-то они все не отправлены. То есть они в какой-то один момент, что ли? Да, видимо, взорвался костер. Окей. Ладно. Ну, конечно, тут всегда пусто. Это заберем. Угу. Проверь вазочки на ценность. Вообще ничего ценного. Ну, что ты хотел? Это же база, на которую люди приезжают. Тут, по идее, не должно ничего ценного стоять. Тоже верно, конечно. Это вообще, говорят, чистый номер. Ну, кассетка. Over again. Окей. Александр, yes. Yes. Ice. Ice, ice. Ice. Да, пустая абсолютно база. Ни херашеньки тут нет. Кроме вот этого вот не власти пьяным. Походу, да. Ну, кстати... А вот это уже, да, типа волк или что такое? Так, ну тут кто-то... Опачки. Кто-то обронил 300 баксов. Неплохо так обронил. Если бы ты сейчас сюда не полез, ты бы даже не узнал, что здесь что-то поставить надо. Ну, что-то осталось... обронили, представляешь, столик обронили. Ё-моё. Ого. Ну, сюда я зайду попозже. А вот сюда, возможно, я не смогу попасть по-другому. Возможно. Хотя, нет, смогу. Сможешь. Ну, ладно.
А что такое? А, котики. Это соберем. Так, ну, в целом продвигаемся, конечно, потихоньку. Шарик. Тут забор стоит, типа. Вот секрет, мне кажется. Возможно, да. Я думаю, туда можно будет добраться. Вот так вот перепрыгнуть можно будет. Наверное. Это что такое? Кусок пиццы? Ага. Там что-то еще там есть? Там еще что-то, но... Лестницу ставь. Ты что, только что ее доставал? Так, как-то ее так поставить-то надо, слушай. Ну, ты, во-первых, просто ее поставь, попробуй на нее взобраться. Может, тебе хватит этой высоты, чтобы взаимодействовать. Яйцо? Да. Поставь, говорю, лестницу нормально. Да не хватит мне высоты, мне даже со стола не хватает. Ну высоты. Так поставь стол тогда к тому краю. А, ну давай, ладно, даем мы. Не, подожди, так уберем. О, там какое-то это, колье. Да я вижу там колье, но мне кажется, туда можно залезть как-то. Помимо того, что я вот так вот стырю просто. Потому что там мне нужно это секретом пометиться. Если я туда долезу. Да ну, вряд ли. Ну стырь ты его уже. Да ё-моё, не могу его стырить. Не успеваю. Он не рядом с ним. Да, он далеко от него. Ну, значит, нужно правее просто. И он не может прыжки. А. Ну, наставить что-нибудь друг на дружку и как-то проверить это. Кусок пиццы, да. Интересная, конечно, локация. Если честно. Защи кольцо. Да ё-моё! Ты чё? Да не залазит он всё. Так и всё просто за этот. Подсвети теперь. Чё, не даёт? Он даёт, он даст только сверху. Молодец. Жесть. А и была там какая-нибудь прокачка лестницы ещё выше? Ещё? Нет, такого точно не было. А, нет. Какая-то лажа, да? Угу. Да ё-моё. Сейчас всё натопчешь, всё натопчешь. А я же убрал это. А, ну ладно. Тут-то нет ничего? Какой тут, блин? Попробуй просто зайти снизу. Справа. Давай. Она закрыта. Понятно, с той понятно, стороны зачем надо открыть. Нужен этот проход. Повезло, что там окно открыто. Да ё-моё. Не торопись ты. А тут без разницы. Тут у меня бы как-то получилось с первого раза это залезть, но я так и не понял как. Прыгай, что-то падаешь. Он не просто. Хочет. Подожди. А, понятно. Чё? Ну, рассказывай. Теперь даже перепрыгнуть не можешь, серьезно? Я тут со стола, потому что она... О. Всё. Так. Давай сделаем... Тогда мы... Это вряд ли так сработает. О, не-не-не.
Да прекрати ты прыгать! Зачем ты прыгаешь? А как? Так он не хочет брать. Я тебе объясню уже. А, ну вот, он не достает, все. Он чуть-чуть не достает, хорошо. Хорошо, значит, надо какую-то еще маленькую хренюшку поставить сверху. Ну, во-первых... Да не встанет, у тебя еще стул вниз упадет, ты офигеешь. Лучше вниз ставь что-то, а сверху уже свою лестницу. Подожди, давай вообще, во-первых, откроем нахер. Да, это хорошая идея. Все. Отлично. У меня еще стул какой-то. Еще пицца. Как много пиццы? Уточка. Уточка здесь тоже голубая была. Голубая уточка. Здесь она тоже была. Присутствовали на месте, а не преступления. Я тебе говорю, уточки везде замешаны. Здесь должен быть довольно простой вариант. И это либо сама по себе лестница прокачивается, допустим, в лестницу побольше. Но если это не так... Ах ты ж. Ладно, теперь у меня есть входной путь. Ой, не беси. Так. Попробуй поставить стул вот в этот угол. На стул вот эту блямбу. А сверху лестницу. Так. Забери. Выше не хочешь поднимать? У меня есть теория, что все-таки должно быть все немножечко проще. Есть такая теория. Ё-моё! А зачем ты прыгаешь-то? Или то он прыгает? Нет, это я пытаюсь запрыгнуть, но... А он не хочет забирать, вот. Он их видит, но не может. Окей, подожди, теперь постоя здесь, посмотри выше. Не, ну не настолько выше. На сам дом, на здание, на крышу. Тут неоткуда. Только если туда он как-то... Но это, по-моему, если не ошибаюсь, треугольник. Вот я пытаюсь сообразить. Возможно, здесь есть просто путь, и ты его не знаешь пока что. Ладно, похер тогда. Запомни, что оно здесь есть. Ладно, валим. Давай прибираться в этой комнате. Так. Да, можно испражнить. Давай вот тут вот испражнять, вот у этого костерка. Чтоб не потерять. Вы чё тут баллон взорвали, что ли? Тут везде что-то какой-то пипец происходит. Все? Мусора нету? Или нет? Кабины. Так. Давай отмоем все стены. Всякие тумбы. Ага. Все замечательно. Продолжим прибираться. Будем думать, что там... Как там туда залезть? Ой, диван-то. Как так на диване-то можно столько оставить? Что тут суть? Тут подорвался целый баллон, я так понимаю, газовый. Но странно, что не повредилось ничего, кроме человека.
Да, это уточка, ты виновата. Опасные уточки. Нахера вы тут натворили-то? Мне приходится убираться за этим всем, а? Я чувствую, прям будет длинная локация долго. Я вот выкину твою коробку. Так вот нахер. И не надо... Что ты самоутверждаешься за счет маленькой резиновой уточки? Не надо пищать, уточка, не надо. Ты как этот, как Конор. Только наезжаешь на уточку. Все. Сиди там. Да ё-моё. Ты такой волк. Угу. Грязище-то тут ой-ой-ой, конечно. Пипец вообще. Здесь бы озонатор бы тоже не помешал. Ну уже поздно, озонатор тут не поработает. Я уж тут все убрал почти. Да блин, не поставь его. Тут тоже женщина что-то писала. Угу, сейчас посмотрим. Ну, слушай, если ее откинула взрывом сюда... Я не понимаю, что здесь случилось. Ё-моё, щит. Да, он треугольный. Угу. То есть только оттуда. И там кусок пиццы, ты не зря выглядывал. А прокачку нельзя из этого меню посмотреть? Можно. А прокачаться, кстати, если что? Нет. Посмотри, где лестница? В инструментах, наверное, общие. А вот она, лестница. Снизу. Да. Небольшая места. Лестница. Не знаю, может быть, автор, конечно, не додумал этот момент. Ну, может, он просто запаковался, но... А может быть, здесь есть какая-то своя местная лестница? Может быть, тут еще птица летает? Может, мне птица должна принести? Вариант. А может, местная есть, я посмотрим. Так, ну практически домыл кабинку эту. Она очень серьезная. Тут очень так нормально, один человек все завозюкал. Все. Стульев не хватает. Угу. Вон один валяется. Один нашел. Ой-ой-ой. А, еще здесь, блин. Поставь тумбу на место. О, ты что-то там... А, всю мебель поставил. Я красавчик, да. Так, что это такое? Опять так, это? Так, ла-ла-ла-ла-ла, Мария, может, этот ублюдок хочет бросить тебе? Блин, у каждой свои мысли, конечно. Подружки, конечно, огнище. Еще одна. Должно быть, их разнесло повсюду. Ни хрена ее разнесло. Я об этом и говорю, это немножко нелогично. Нормальненько так ее унесло. Ладно, иди, валяйся. Нормально все. Окей. No littering. But what exactly... Мусор ведь запрещено, но что именно считается мусором? Нифига себе философия. Ну, да. Так вот, чувак задумался об этом. Слушай, ну я хз, как там наверху добираться. Ладно, вернемся. Вот. Кусочек пиццы. Ты же уже... А, или ты в другом лазил? Нет, это другой. Колечко. Колечко это мне. Все как один. Все как один. Так, ну вроде бы я прибрал тут, прибрал тут. В принципе, кабинки почти прибраны. Здесь вроде бы все отличненько. Опачки. Все, эта кабинка, по-моему, тоже, да, готова. Ага. Пойдем по центру.
Кто-то сыграл с вами... Да, кто-то с вами играл в пилу. Кто-то с вами играл в одну игру, походу. Да. Даже не знаю, кто такой. Сейчас поставим его тут на место. Что ты говоришь? Декс, иди сюда. Иди ко мне. Если вы слышите мяуканье, это Декстер, кстати, наш личный. Ну, окейшки. Так, тут мусор, тут мусор. Пластиковые стаканчики. Вроде бы все. Вроде бы даже все. Ты кто? Паренек. Вождение в состоянии опьянения уносит еще одну жертву. А, ты... Это самая тупая смерть. Ну ты просто сломал шею себе. Ё-моё. Ну это сильно. Что ж ты тут творил-то на вечеринке, что ты сдох от трехколесного велосипеда? Там нигде нет такой белой уточки с красными щечками. Последнее приземление. А, ну да, он упал с велосипеда. А, он щепит. А можно это посмотреть? Я бы хотела это увидеть. Давай, она уже снимает. Давай, она уже снимает. Черт с ним, с рулем, давай. Хочу быть каскадером. Ай-ай! Все понятно. Не пробуйте это дома, дети. Ну-ка, поверни, пожалуйста, где он лежал. Можешь просто посмотреть? Откуда он упал-то? Сверху, что ли? Да, мне кажется, он каскадер, типа так, тьфу. Там даже показано, типа, сверху не лазьте. О! О, подожди, ее куда-то поставить надо. Да, у тебя же было уже такое. А вот эту тоже надо? Наверняка. Ладно. Так, велик. Опачки, так она смотрела. Да тут везде утки. Во всем виноваты утки. Каждая жертва, рядом есть уточка. Пока что. Так, кабинки готовы. Кроме третьей кабинки. А в третью кабинку и не пройти просто так. Пойдем в дом, почему в основной херсти. Так это что такое? Она тебе говорит, что она справилась, сенпай. Это должно было бы огромный взрыв, серьезно? Ну, вот так. Ну да, здесь похоже вот так вот. Ё-моё. Купансон. Опачки. Они всегда готовятся к Новому году готовятся. А-а-а. Скрытно, чтобы никто не понимал. Чтобы они были готовы раньше всех. Ну, выращивают. Молодцы. Молодцы. А потом Новый год появляются вот эти все вещи. Куча елочек. Угу. Это не растут. Это на самом деле надо подпольное. Надо выдерживаться проверенных вещей. Да. Это просто организация подпольных выращивателей елочек. Ну, все как всегда. Они знают, когда зарабатывать. Все как всегда. Так, ну чё? Валим отсюда. В дом. 2 вечерины... Бледина ты, конечно. А я тебе говорила. Так. Здесь просто какое-то нереальное количество мусора. Очень сложная локация визуально. Странно, что она всего лишь на тройку. Очень странно, я бы сказал, но... Что делать? А эти еще и разломать надо для начала. Ё-моё. Ну, кстати, доска.
А поднять ее нельзя. Ну ладно. Так просто я бы ее взял, как раз протянул туда. Ну. Пол доски вот можно, наверное, да? Но пол доски мне роли, конечно. Нет, тебе ничем не поможет. О, кстати, вот эти же можно. Не факт, что ты с ними поднимешься. Так-то, с одной стороны, она, конечно, довольно высокая. Хотя, может быть, она не выше, чем столик этот. Давай попробуем, Кирси. Давай попробуем еще разок. Это последний раз, когда мы попробуем. И мне кажется, что это идеальный будет вариант. Сейчас мы себе берем, вот тут все говно. О, там еще какая-то надпись на столике, посмотри. Нельзя... Кормить уточек. Кормить уточек. Там какие-то... Короче, ребята нарушили все уточные правила, я поняла. И уточки пошли мстить. Это значит, это как с гремлинами, их нельзя было мочить. Не... Бегаю в бассейн это. Это не бегаю в бассейн, да. Да. Они нарушали правила, не стоило нарушать правила. Да. Прикольно. А, они в один... Да. Это трансформеры. Мусорный трансформер. Оп, он уменьшился. Понятно, ладно. Упаковался. В архив. Так, ладно, давай заберем вот эту херню. Кладем вот так. Берем еще одну бочечку. Я не знаю, куда их ставить, но... Я тоже не знаю. Пока еще время не пришло. Берем вот так. Ставим сверху. Оно уже достаточно высоко. И берем третью. У тебя уже есть лестница. Лестница понятная, я могу залезть на две. Понятное это дело. Но мне нужна третья, чтобы запрыгнуть на нее с лестницы. Где она, блядь? Вон она. Это прям вообще какой-то жесткий этот, так сказать. Мув. Нет. Тихо, не падай нахуй. Вот это самое такое. Вот так вот. Ладно, бог с ним, подожди. Ну вот, этот уже ровно прям дотягивается. Вот уже ну некуда. Мне кажется, все-таки просто здесь баг и все. Нет больше никаких сакральных смыслов или чего-то еще. Так, ну что, надо доделать до конца это действие, да? Давай допрыгивай. Тихо. Только не урони ее снова, пожалуйста. Ага, надо было дальше бочки ставить. Поставь, значит, сначала ее, потом бочки. Бам, бочка одна, что ли, упала? Не знаю. Ха, да. Как она только выкатилась, непонятно. Ну да ладно. Да все на. Нет, у тебя все падает. Ну, потому что в угол их надо. Ну, давай, по-моему, так вот. Да, я не понимаю, какой у тебя план. Не. Они же не держатся друг на дружке. У тебя план помереть, да, где-нибудь с большой-большой-большой высоты? У него здесь фрейм стоит, поэтому ты не можешь их забрать. Нет, ты он почти. Видишь, но не можешь. Ну что он почти? Ну посмотри ты на лестницу, может ты можешь ее забрать оттуда, еще и лестницу поставить? Я не знаю. Не, ну давай, конечно, еще. Подожди, я могу туда вообще ступа? Нет, смотри, он туда ставится, типа, мол. А, вот, он типа, вот! Почему я не могу? Почему? Потому что и выше надо, вот, видишь, как стул упирается. Да. А тут стоит стенка вот такая. Тогда пробуй с другой стороны лестницу, а с этой стороны бочки.
по аналогии, как ты сейчас сделал, только наоборот. Понял? Ай, дай стул. Вот он почти запрыгивает, он там не хватает. Мне слышишь, поменяй местами все. Не, бочки так не встанут, они упадут. А почему они слева не падают? Они угол запирают. А там угла нет. Если я бочки поставлю вот так, то это пиздец будет. Подожди, какого там угла нет? Посмотри в ту сторону. Что ты делаешь? Не надо? Нет. Вниз поставь, как ты там поставил. Точно так же их поставь. Ты чё? Господи, боже мой. Ну вот. Тут точно такой же угол, как и там. Вообще, было глуповато делать настолько маленькую лестницу, если на то пошло. Да ё-моё! Вот я тогда так и думал, что так произойдёт. Не, почему там-то они не падали? Да ёбаный ты стул, блядь. Всё, я тебе даю последний шанс. После чего мы с тобой заканчиваем серию. И если что, ты будешь уже вне серии пытаться достать это дурацкое кольцо. Окей? Опа! Не можешь ты достать. Не можешь туда запрыгнуть, ты можешь ничего взять. А, ладно. Все, разбирайся в следующий раз. Давай мы на этом закончим, потому что локация большая. И тогда на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.